Rūta, reformatų stotelė. Как часто ты думаешь о простых и привычных вещах? Любимый магазин рядом с домом, любимая лавочка в парке, любимый мост через реку. У каждого воспоминания есть своя история. Поездки в университет по утрам стали таким же воспоминанием. Этот старый и милый, шумный и романтичный, медленный и размеренный троллейбус, как часть нашей истории, часть истории нашего Вильнюса. Его можно одновременно любить и ненавидеть, но без него невозможно представить улицы этого города. От вокзала до общежития, от общежития до зеленого моста, от зеленого моста до главных площадей города. Громкими разговорами, неприятными пассажирами, резкими остановками. Ну что, поехали? Следующая остановка –